Привет всем! Ну а у вас на экранах видео от подписчика. Итак, что же будет, если вы очень хотите пояс? Что же будет, если вы очень много задонатите? Что же будет, если вы будете покупать подарки за рубины? На эти все ответы получите в этом видео. Итак, Николас Кин. Неплохой средний донат у нас на 10 уровнях. Так что смотрим, наслаждаемся. Ну и, Ники, от тебя обязательно привет и комментарий самым первым к этому видео. Если ты не успеешь, ну, что сказать, значит, кто-то быстрее, чем ты, вытащит пояс. Пожелаем, давайте, удачи Ники с его дропом. И, честно сказать, дроп я не очень доволен, потому что я думал, что поясок все-таки будет хотя бы 20. Седьмой. Давайте смотрим. Another word we